современная мама. Какая она? Креативная, веселая. Она может готовить, танцевать и, конечно, заниматься с ребенком. Конкурс «Мама года 2018» уже не в первый раз проходит в центре «Навигатор». Мамы разные нужны, мамы разные важны. Что же объединяет этих современных, но во многих отношениях традиционных мамочек? Конечно же, разнообразные заботы, в том числе и детские. Как справиться сразу с несколькими задачами? Изготовить поделку за пару часов, отгадать сюжеты, вспомнить героев всех сказок и многое-многое другое, что входит в ежедневную работу мамочки. В «Навигаторе» конкурс «Мама года» проходит не первый раз, а участвуют в нем активные, креативные и позитивные дамы, которые успевают не только заниматься творчеством, спортом, ну и, конечно, развитием своих детей. С каждым годом количество участниц растет, а это значит, что современные мамы – это активные разносторонние личности, которым есть что показать и о чем рассказать. Мероприятие состояло из нескольких этапов конкурса в дефиле, видеопрезентации. За 2 минуты мамочка рассказывает и о себе, о самом главном, о своей семье. Сказочное детство, викторина по русским сказкам, а ну-ка мама и, конечно, кулинарный конкурс. Но все же задача – подчеркнуть, женщина в первую очередь должна самореализоваться. И тогда гармония в семье гарантирована. Цель конкурса – это раскрыть творческий потенциал и показать, что мама – это не просто дама в халате, а это девушка энергичная, творческая, которая своей энергией заряжает всех окружающих и является отличным примером для своих деток. Если ты будешь сама реализовываться, то и дети будут счастливы, ты будешь счастлива, прежде всего, и дети будут счастливы. Эта мама будет всегда красивая, всегда веселая, всегда на позитиве. Ну и на вопрос, какая же она мама 2018, ответ был очевиден. Успешная, современная, красивая, целеустремленная. Вообще, наверное, мне кажется, у нее очень много качеств. Лилия Тимиева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».